Привет. Приветик, Маришка. Чё, как у тебя дела? Как у вас погода сегодня у вас там? Да ничего, пойдет. Привет, чё, как дела? Пойдет, хорошо. Привет. Привет, игнорщица. Почему игнорщица? Ой, спасибо. Так можно было другой подарочек прислать? Привет. Личку смотри. Привет, как твои дела, ангел? Ой, хорошо у меня все. У тебя как? Я извиняюсь. Ой, спасибо большое. Как ты? Отлично ты как? У меня все хорошо, хорошо. Привет. Нася Уварова, Тамбовской области, прохладно и ветрено. Ну нет, было тепло, по крайней мере, сейчас не знаю, как настроение, да чё-то как-то не очень у тебя как. А админку можно? Я подумаю. Ушел на территории чужие. Как так-то? Почему? Ну, не знаю, что-то как не очень хорошо себя чувствую. Подумаю, подумаю. Настроения нет, что ли? Да не, настроение так-то есть, просто не очень хорошо себя чувствую. Оскар, привет. Я буду твоей охраной. Хорошо. Можешь мне еще подарочков подарить? Такая красивая девушка, симпатичная. Почему настроения нету? Я же сказала, потому что плохо себя чувствую. Кикер, привет. Меня Катя зовут. Хорошо, я постараюсь запомнить. Ну, у меня и так много людей ждут от меня подарков. Я себя чувствую Дедом Морозом. Ну, и для меня тогда будет Дед Морозиком. Чё там? Привет. Да жалко, у тебя настроение, у меня тоже настроение упало. Ой, пусть не падает твое настроение. Кристиан, привет. Привет, как тебя зовут? Мария.
Если только в реальной жизни. Ну как так-то? Хочешь быть моим админом, а подарочки мне дарить не хочешь? Привет, как дела? Отлично, у тебя как? Меня зовут Гена. Очень приятно познакомиться. Мне нормально, я сижу дома. Ну, я тоже дома сижу. Но лучше же будет, если я буду тебе дарить подарки в реальной жизни. Да мне хотя бы виртуальные подарки. Пока от них толку больше. А в реальной жизни? Да, а чё в реальной жизни? Чё ты не подаришь? Либо любовь. Какая любовь? Абонашка. Привет. Я Денис. Очень приятно познакомиться. Следуй за мной, я Азан. Лучше бы ты мне подарочки подарил. Как-то отлично, ты как. Как? Привет, Кузбасс, привет. Я Чебурашка, понятненько. Мне тоже. Ну, я буду тебя любить, ценить, уважать и доверять. Так вот сразу. Приятно. Привет, красавица, привет. Ты прочитала, что именно, чем занимаешься? Ты ничего, отдыхаю.